на канале Брода Фойс. Сегодня на нашем канале распаковочка. Мы будем распаковывать сегодня дроида. Называется R2D2. Мы загрузили эптотаблетку и подключили нашего дроида к компьютеру, чтобы он заряжался. Да. И будем ждать. А пока мы ждем, угадайте, что мы смотрим. А мы смотрим наш канал. Если ты еще не подписался, подписывайся на нас. И как мы слышим, музыка со Star Wars Movie. Всем нам полюбившиеся. У нас уже зарядился наш дроид R2D2. Также у нас уже загрузился эп специально для этого робота. И сейчас мы будем его тестировать. Что он кричал нам? Такой смешной. Он упал. Свистит. Давай другой нажимай, посмотрим, что он может делать еще. Он говорит no. Это он типа убегает, да? Как в фильме за ним кто-то гнался. И он мог убегать, да? А вот он спит. Это все команды, которые из фильма он делал. Он мог спать, мог бегать, мог кричать. Это он, наверное, сканирует что-то, да? Еще может двигать свою голову. Двигать голову свою может 360 градусов вперед-назад. Это он тебя зовет, чтобы ты еще ему команды давал. Ну, очень интересная игрушка, мы рекомендуем. У-у-у, видишь? Ой, прикольный. Это была команда спать? Ага. Вот тут. А задай ему какую-то траекторию, нарисуй ему что-нибудь, чтобы он немножко походил. Да, он может упасть со стола, так что его надо держать. Лови его! Или можно бы его такую? Чуть не упал. Можно ему траекторию, да, рисовать, и он будет по траектории ехать. Да. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Всем пока! Я!